Деревянный помост прямо к воде и специальное кресло, напоминающее трехколесный велосипед. Вот все, что нужно людям с ограниченными возможностями здоровья для комфортного отдыха у моря. В Владивостоке такие условия есть лишь на одном пляже – в бухте Охлестышево. Здесь же расположился небольшой лагерь инвалида, созданный организацией «Ковчег» в 2006 году. В этом месте инвалиды-колясочники не только отдыхают и купаются, но и посещают тренировки по пара-карате, проводят творческие конкурсы и даже спортивные соревнования, например, на саббордах. Конечно, наслаждаемся видами климатолечения, йодом дышим, детишек купаем, морские ванны принимаем, витамин D от солнышка получаем. Наслаждаемся, набираемся эмоций, сил на будущий зимний период, трудовой год, так сказать. Спуск к пляжам Охлестышево достаточно крутой. Ехать по такой дороге бывает трудно даже обычным отдыхающим. Что говорить о людях, которым необходимы особые условия. Для обеспечения безопасности и комфорта инвалидов «Ковчег» запустил услугу социального такси. Микроавтобусы с аппарелью для подъема колясок забирают людей из дома и везут по нужному адресу. Пожалуйста, обращайтесь, кому нужно. Привезем, заберем, волонтеры помогут, если надо спустят с этажа и сюда в лагерь привезут, или в магазин свозят, или там куда-то на тренировку, или в больницу. У нас ограничений нет, мы обслужим, так сказать, по первому разряду. Сейчас у организации три автобуса, готовых перевозить колясочников по Владивостоку и пригороду. Благодаря специальному оборудованию машина может одновременно вести 3-4 человека в колясках с их сопровождающими. Воспользоваться такой услугой может любой желающий, а главное, это абсолютно бесплатно. Марина Зубко, Настасья Лихман, новости на восьмом.